Сегодня не очень, скажем так, совсем непростой день, потому что я с большой радостью, с большим удовольствием хочу представить участника, гостя этой программы, гостя вообще, который часто очень бывает здесь и проездом практически на неделю здесь. Человек, который собирает массу программ, много музыкантов, гастролирует, принимает участие в семинарах, мастер-классы дает по всему миру. Известный человек во всем мире. С удовольствием, маэстро Аркадий Шелклопер. Со своим роботом. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Все понимают русский. Everybody understand Russian? Ура! Слава богу, не надо переводить ничем. Ну, собственно, перевести всегда можно куда-нибудь, что-нибудь. Вот. А сейчас перевод у нас пройдет в некоторую другую эстетику. Что хорошо с этим квартетом, что с ними можно играть все. Есть музыканты сегодня, слава богу, у которых нет каких-то границ жанровых. И это здорово, потому что музыка не имеет границ. И сегодняшний концерт так называется «Диалоги без границ». Но я бы даже назвал даже не триалоги, а кварталоги. Кварталоги, ложи, логи. Кварталогия такая, да. Вот «Кварталоги без границ». Замечательные музыканты, с которыми мы сегодня впервые на этой сцене играем вместе, хотя мы знаем друг друга давно и участвовали в разных проектах. Ну, кроме Дмитрия, мы с ним никогда не играли вместе, но всегда общались. Вот. Ну, поскольку коллектив, можно сказать, Андрея, Антона, да, твой коллектив. Нет, не твой. Ну, ладно, хорошо, я так. На фортепиано Дмитрий Лугдин, пожалуйста. Замечательный музыкант, прекрасный. Вартан Бабаян на ударных. Но Антона Горбунова представлять не надо, он здесь частый гость. И как раз сейчас мы и сыграем его композицию, у которой появилось несколько названий. Первоначально это была композиция, которая называлась «Пять восьмых». Ну, такой размер есть в музыке. Потом, поскольку в одной из версий убралась черточка, получилось 58. Ну и в конце концов сегодня появилась еще одна версия 58-х. Так что вот такая какая-то странная композиция, числовая. Ну, знаете, вообще у джазовых музыкантов всегда проблемы с названием пьес. И есть много разных джазовых названий, которые не обозначают ничего. Ну, как-то же надо назвать пьесу, чтобы ее отличить от других. Ну, вот, например, у моего друга, коллеги, наставника, замечательного музыканта, к сожалению, которого нет с нами, были названия такие, например, «Незамужнее колено», «Одинокий баклажан». Ну, а что? Есть же «Атласная кукла», там есть же какие-то еще другие джазовые стандарты. Вот и у нас такой же будет сейчас, 508-х. Это уже другой вариант. Ну ладно. Ну, размер на 5 восьмых сохраняется, так что посчитайте. Давай, Вартан, от тебя сейчас зависит. Сейчас, 4. На 4. Thank you.
Вартан Бабаян. Спасибо. Ну, после такого активного 508-дольного размера мы переходим на такую сонорную пьесу. Мы сыграем дуэтом с Андреем. С Антоном. Андрея нет разве у нас сегодня? Андрей вот там сидит, да. Вот видите, опять проблема с названием, поэтому названия нет. Есть просто вот условный дуэт. Так что если вдруг кому-то придут какие-то интересные ассоциативные картинки, можете предлагать название. И тогда мы будем уже как бы в следующий раз ориентироваться на более программную, на более программные названия. Да? Правильно сказал? Что-то я по-русски стал плохо говорить.
Антон Горбунов. Аркадий Шелклопер. Вартан Бабаян, Дмитрий Лугдин. Ну, все-таки мы в джаз-клубе находимся, поэтому поиграем немножко джаз. И, ну, какой джаз без блюза? И мы сыграем сейчас, ну, вообще называется изи блюз, легкий блюз. Ну, тут вот мы решили, так сказать, мне друзья подсказали, что будет теперь этот блюз называться «Блюз для изи».
die, get a wish where. To be living up, no, not to be left enough, then us and if then off, and up, then us and up, then us and if then the gate. Изи Аркадий Кириченко Фриман. Вот, вот всегда он спасает ситуацию, всегда. Без него все проваливается. Спасибо, мой друг. 50 лет он меня выручает. Thank you.
большой клоп. Thank you.
Следующая пьеса Аркадия Шелклопера. Очень красивое произведение вот на вот этом роге. Альпийский рог. Аркадий Шелклопер с пьесой Christian Beauty Mountains. Butte Mountain. Thank you.
довольно редко для инструмента, поэтому я хотел обратить на это ваше внимание. А пьеса называется «Робин», и посвящена она, к сожалению, ушедшему относительно недавно замечательному актеру Робин Уильямс. Thank you.
Вартан Бабаян, Дмитрий Лугнин, Антон Горбунов, Аркадий Шелклопер. Аркадий Шелклопер, пожалуйста. Ну, мы сыграем сейчас уже последнюю композицию. Называется она «Колыбельная». Очень симпатичная, красивая песенка. Ну, кто готов уже
отойти ко сну, может это сделать прямо здесь. Не знаю, разрешено ли здесь. Еще не появились такие спальные места. Сидячие есть, диваны есть. Ну, уже пора сделать спальные места, чтобы так развалиться и хорошо себя чувствовать. Релакс, так сказать. Колыбельная. Антон Горбунов. Thank you.
Дмитрий Логдин, фортепиано, Антон Горбунов, бас, контрабас, нет, контрабас, бас-гитара, Вартан Бабаян, Аркадий Шелкотов. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Thank you.
Thank you.
Аркадий Кириченко Фриман, наш сегодняшний гость. Вартан Бабаян, ударные. Антон Горбунов, бас-гитара. Дмитрий Лугдин, Аркадий Шелклопер. Спасибо вам большое. С премьерой вас, с премьерой нас. Я надеюсь, что с этим составом мы еще поиграем. Да? Вам понравилось? Ребята не против. Спасибо.